Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus 9, и сейчас я покажу вам, какие фишки есть на данном устройстве. Итак, открываем приложение «Настройки», и здесь у нас есть обои и стили. Мы можем здесь настроить всегда включенный экран, также можем настроить значки и анимацию отпечатков пальцев и световой сигнал на кромке. Далее, в главном экране, экране блокировки, мы можем блокировать вид главного экрана, также мы можем включить функцию «Коснитесь дважды для блокировки». И настроить скорость анимации приложений. Мы здесь можем выбрать либо среднее, либо быстрое. Далее. Переходим в раздел «Экран яркость». Здесь мы можем включить авторегулировку яркости. И также можем настроить частоту обновления экрана. Можем выбрать либо стандартное, то есть 60 Гц, либо высокое, до 120 Гц. И можем настроить частоту обновления для отдельных приложений. Дальше. Можем перейти в специальные функции. Здесь у нас есть функция разделения экрана. Можем ее включить и ознакомиться с тем, как она работает. Плавающее окно можем здесь включить. Вот режим без кнопок, быстро скрыть окно в игре, поделиться в плавающем окне. Все это можно включить. Можем включить быстрый запуск. Далее боковая смарт-панель. Мы можем ее также включить и настроить. Детский режим у нас здесь есть, который мы также можем включить. И упрощенный режим. Также можем войти в упрощенный режим. Также есть Zen Space. Гибкое приложение позволит нам сосредоточиться. Можем также здесь его включить и работать. Дальше переходим в дополнительные настройки. И здесь у нас есть жесты и движения. И здесь мы можем полностью настроить жесты для устройства и также движения. Далее можем также настроить режим управления одной рукой. Можем его здесь включить и выключить. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.